На рассвете, пока город только просыпается, у проруби настоящий ажиотаж. Здесь у ротонды не только купаются в ледяной воде, делятся перед работой последними новостями и хорошим настроением. И вечный кайф, покой нам только снится. В Саратове сообщество моржей уже стало настоящей семьей. Лидия Спирина пристрастилась к купанию в холодной воде 24 года назад. Первое свое погружение в прорубь помнит, как сегодня. Вышло, это был кайф необыкновенный. Это такое было состояние, что я следующую ночь каждый час просыпалась, боялась проспать. Просто нравится. Допустим, иду на лыжах через Волгу, дошла до проруби, ну тянет купаться, тянет. Каждое утро на купающихся в проруби останавливаются посмотреть прохожие. Многие говорят, что сами пока не готовы на эксперимент. Мне со стороны это все приятно смотреть, что люди молодцы. Я рад за них, можно сказать. Моржи – загадочные люди. Все, несмотря на возраст свой, фонтан энергии разбудит, ныряя в прорубь с головой. Своему увлечению посвящают стихи, прозу и даже песни. Проверить на себе эффект морозных купаний, по словам директора клуба зимнего закаливания, все чаще приходят молодые люди. Многим из саратовских моржей около 30 лет. Идут ради интереса. Вот, почувствовать, что происходит с организмом, будем так говорить, в целом, после купания. Ну, захлестывает, конечно, эйфории. Захлестывает по полной шкале. В общем, такой подъем сил. Моржует уже третью зиму. Теперь только так, от проруби до проруби, Наталья Баранова исчисляет время года. Как и многие здесь, в клуб она попала случайно. Теперь приходит сюда не только за здоровьем, но и за хорошим настроением. Два дня не покупаешься, уже такое настроение удручающее. Здесь совсем другой настрой, настроение, позитив. Встать на путь моржевания, по словам любителей зимнего плавания, никогда не поздно. Главное требование к новичкам – справка от врача об отсутствии противопоказаний. Как начать правильно закаляться, в Нептуне объяснят. А уже после первого купания в проруби, по словам моржей, остановиться будет невозможно. Денис Титаренко, Роман Шильдяев, Саратов 24.